Республика простилась со Львом Кураковым. Он ушел на 78-м году жизни. Причиной смерти стали осложнения при коронавирусной инфекции. Это был человек действительно своей эпохи. Он пережил все переломные моменты в жизни республики, не меняя своих жизненных принципов ни при каких обстоятельствах. Его отличала огромная работоспособность, желание сделать Чувашию лучше. Я имел счастье еще с юных лет прикасаться к деятельности Льва Петеленовича. Убежден, что память о Льве Петеленовиче будет жить в наших сердцах. Человек живет среди нас ровно столько, сколько мы его помним. Заслуги его значительны. В разное время Лев Кураков занимал посты вице-президента, премьер-министра, председателя Госсовета. Почти 20 лет его имя было связано с Чувашским государственным университетом. Ученый-экономист, профессор, он написал немало научных трудов. Он возглавлял ассамблею представителей народов, проживающих на территории Чувашской республики. Действительно, именно миролюбивый и мудрый человек смог объединить все народы. Лев Пантелеймонович, имея такие высокие важные регалии, оставался всегда скромным, порядочным, искренне большой душой человека, для которого в душе человека были не только места для своих близких, родных, но и совершенно незнакомым людям, которым необходима была помощь, поддержка. Рядом с ним всегда были молодые кадры. Он поддерживал их стремление подниматься по карьерной лестнице. Многие состоявшиеся в жизни люди называют его своим учителем. В последний путь Льва Куракова проводили его родные и близкие, коллеги. От нас ушел великий ученый, хороший семьянин, хороший отец. У него было много планов. Не хотел точно умирать, но столько всего недоделанного осталось. Продолжать дело будут его последователи, а их немало. Наталья Мальчикова, Алексей Зотиков, Сергей Копеев. Республика.